А со мной не будешь кататься? Я лягу, а ты сможешь сесть. А только с вечера. Давай. Садись, пап. И что, что они там на батуте в моем прыгают? Ты чё? А вот именно. Когда мы купим сюда свой батут? Хороший вопрос. Надо спросить бабушки. Или у дедушки. Или у дедушки. Хотя дедушка может смастерить его. Маленькая, да. Правда, ты думаешь? Правда, нужно какую-нибудь пленку, на которую прыгать нужно, можно, то есть. Еще какая-нибудь пленка. Ну, ты попроси у дедушки смастерить батут. Он же может. Элементарно, Ватсон. Только можно такой батут, чтобы прыгал? Да, вот буду тебя подбрасывать и ловить. Подбрасывать и ловить. Нет, это не батут. Ну, почти живой батут. Ну, дедушка, можешь его спасти? Мы купим к следующему лету. Будет батут. А сам смастерить ты можешь? Не, сами хотите. Это будет небезопасно. Безопасно. Улетишь еще в космос с моего батута. Ага, не улечу. Вот, только улечу немного повыше тебя. Буду. Тебе на голову улечу я. О чем думаешь, Иван? Больше ни о чем. Только о батуте? Да. Вот следующее лето, это же так долго. Только это еще не началось, Иван. Еще только весна началась, ты знаешь? То есть летом будет батут? Ну, наверное. Вряд ли, они же иногда получают только деньги. Вообще, как они получают деньги, я не знаю. Каким образом? А ты спроси у дедушки, как они деньги получают? Может, что-нибудь продают? Может быть. Бревна, к примеру. Бревна продают? Сначала покупают, а потом продают подороже? Это ж торговля называется. Нет, там есть бревна. А что у них? Они их берут, что ли, оттуда? Да, вот этот вот мальчик им дедушке дает. Бревна? Да. Хороший бизнес.